Сегодня в нашей рубрике тестируем рецепт из сети. Помидоры в карамели. Интересно, что получится. У томатов предлагают срезать шапочку и дно. Аккуратно достать сердцевину. В сотейнике смешать сахар и воду. Держать на огне до загущения. Полить помидоры карамелью. Пока они остывают, добавить в йогурт мед. Перемешать. Заполнить помидоры начинкой. Готово. Ну и как на вкус? Ну, вообще есть можно. По мне, наверное, скорее надо было этот помидор немножко в сиропе проварить. А так ты ешь отдельно помидор, чувствуешь сверху сахар и йогурт, который, по сути, здесь даже не в кассу. Да и к пользе есть вопросы. Конечно, тут присутствуют витамины и белок, но сахар добавляет калорий. Это желтый сигнал нашего светофора. Приятного аппетита и здоровья желаем вам мы и друг нашей программы, шеф-повар Антон Калер.